В Алматинской области прошел второй этап чемпионата Казахстана по дрифту. Состязание стало настоящим праздником адреналина и дымящихся покрышек. Этап посвятили самому юному дрифтеру Казахстана Анатолию Кину, трагически погибшему в ДТП 5 мая этого года. Более 20 казахстанских и зарубежных пилотов соревновались в парных заездах на мастерство прохождения поворотов в управляемом заносе. Сегодня дрифт в Казахстане динамично развивается, собирая все больше участников и зрителей как онлайн, так и офлайн. Вчера буквально к нам приходили пилоты реальные, которые гоняют сейчас, собственно, в чемпионате Казахстана. И тоже они сказали о том, что вот отличная база для того, чтобы научиться. Если вы здесь научитесь, вот туда вы запросто сядете. То есть это вот именно как база, моторика, понимание, как надо ехать, как держать машину в угле, что для этого нужно, великолепно. В целом дрифт развивается, организация развивается. Все более круто, зрителей больше, фанатов больше. Дрифт развивается.